Так, векания тут. Господи, ММ. Чему? Ну да. Так нет мозга, он тоже он. Зашел, зашли, если. Да, там фул ПВП шмот. Да, у река не фул ПВП шмот. Аренить пришли этот сивак. Ну посох вроде не ПВП. Ну, посох нет, тринька одна ПВПшная, вторая с ювелирки. Тапки ПВПшные. Да там вон ноги, сет пошел, вон посмотри, там сет. Ну, вижу. Шесть шмоток ПВПшных. Там все абсолютно ПВПшно. Абсолютно все. Может, он просто сейчас в ПВП? Викань в DC или нет, блядь? Вот Викань в DC, а шаман вроде не видел, что кто-то заходил еще. Или у вас один дискорд Викань? А, ПВЕ шмот есть. Нихуя себе. Нормально тогда. Оба наги. Да, алло. Кемар, ты в Дисе? Да. Хорошо. Тактику вы знаете? Только в десятке, я знаю. Так, тут такая же механика. Абсолютно не знаю. Я еще не с пула идете на платформу, становитесь на платформе, с платформы играете. Когда я скажу РДД спустились в крест, все абсолютно РДД и хилы спускаемся в крест, ждем, когда лава долбанет в квадрате. Как только она долбанула, сразу побежали нон-стопом по меткам. С креста в квадрат, с квадрата полумесяц, полумесяца в трусы, с трусов обратно в полумесяц, потом в квадрат, потом в крест. Будет лава долбить, и только в этих метках не будет лавы. Вообще на готовность, и поехали, будем давать таймер. Нет, метки вроде правильно. Ну, сейчас на первом крае будет, понятно. Стоп, 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 я в элеме, а не в хиле. Ну, давай, спекайся. А то, что раскидали вот так хилов, это нормально? Вот это... Да, похуй абсолютно. А шамана поменяй с хантом со вторым пати. Кемара. Просто хан там миликом что-то давал. Да, там хант миликов лапает. Ну, поменяй с одним из миликов. Там тотем. Главное тотем ощущение там кинуть. Бля, может там такая же крыса, как и я, просто через макрос жмет, и я по себе. Ну а что ты сделал сейчас? Не ссы, пожалуйста. Все правильно сделал. Я все делаю правильно. Я. Да, вижу. Ну что, все? Да, поехали. Еще раз арчи на готовность. Если все подтверждают, даю таймер. Гена? Да, у меня малой, блин, поднес кровать все. На пол весь в квадратик, в альтору. Пока не вливайтесь, дайте я его поставлю. Все, играем. Ему по центру поставьте шамана, чтоб диспелили. Передвинулись мы. Герман. Уф. Ну почти четко стояли. Далеко стояли просто. Да, метки я четненько поставил вообще. Прям как боженька, блядь. Все? Медленный прокаст. Чё там это за хил?
Ну тебя шотнуло. Так, подожди. Получил урон от извержения. Модулы. Да, сейчас посмотрим. Так дальше отойдите вы от босса. Близко водите босса, во-первых. Ну сейчас и дальше пойду. Че вы паникуете нах? Да. Да, стоп, все, спускаются РДД. Данг, веди назад его, веди назад. Че, будете пробовать? Да, в принципе. Да. 5 трупов, да, нормально. Побежали. Побежали. Ну уже не 5. Чем я херово поставлю? Метки идеально стоят. Я сдвинутый на 0,02 метра в сторону от метки, я умер. Ложись. Вместе с внушением лежим. А мелики не могут типа на платформе стоять? Просто? Нет, надо мажить кому-то. Ну, мелики они могут же дамажить, их не будет шоу. Вот на краю, на углу платформы. Ну, если я там буду босса водить, то РДД будет с дебафом на медленной карте стоять. А зачем водить вообще? Да. Надо стоять на краю платформы. Ну, типа, ну, есть десятки такая, убивали, но... типа, они просто стояли на одном месте, все. Есть такая диаметрально стоят пати миликов и пати РДДшников диаметрально друг другу, и все. Достает. Есть. Нет, я убивал раза три уже, так ничего не доставал. Его водили вот по центру. Его сейчас водили, видел где? Я стоял на платформе, по центру платформы. Доставало, ребят. Ну так ты в угол иди. Там не достаю. Если вы хотите его поставить на край платформы, это еще ближе будет расстояние между боссом и хилами, которые будут стоять. Не-не-не, там милики будут стоять на краю, а танк дальше. У него ранжа большая для миликов. Гариус, 543. Это что, кап защиты? Да. Ну, не, у меня защита. Вообще кап 540. У меня 534 на паладине. Да на выносливость ставь, ты шмотом доберешь защиту. Тебе на метку... Да, ну, класс. Спасибо. Тебе надо и силу поставить, если у тебя сила не стоит на мастерство, то же самое. Ему башку надо поменять, как бы, и ставить наконец-то туда мету. Мета ему тоже нормально даст, как бы, и броню, и хп, блядь. Всю хуйню даст. Ну да, и плюс чарка на башку, как бы, тоже дает рейтинг защиты. Ни много ни мало, но 20 защиты, это нормально. Да, серебряный авангард, там пару квестов и в ПП репутацию набирать. Да, 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 да. Да у него выкачано на варе возьмем. А, ну да, если на одном. Тагариус, ты когда в пати чат пишешь, видит только первая пати, в которой ты находишься. Если хочешь, чтобы весь рейд увидел, пиши в рейд чат. А он нам и пишет. Понятно. Там рыбка стоит сзади рейда, вон ходит.
Так, а ты, получается, на какой метке ты умер? Раз. На квадрате, да? На квадрате, да. А ты стоял ближе к полумесяцу, да? Ну, да, я вместе с этим стоял, с внушением. Ну, там я сдвинулся на понты вообще. Не надо переставлять, они нормально стоят сами. Не, они нормально стоят, просто уже надо запомнить, что на именно точную метку надо стоять. Блять, поставь квадрат вот приблизительно, как вот меня к боссу по вот этой траектории. Вот как я стою. Вот так. Войт. А? Ну, блин. Ну, нормально, да. Плюс-минус. Так, чё, переставить, ты говоришь? Уже ничего не надо, уже все сделали. Много пусков сейчас есть, она сделала. Интон рейд. Миш, не спи, пожалуйста. Да и вообще, заметками сли, это полный бред. Надо самому ориентироваться. Да, давайте верчим. Аспект. Гена готов? Аспект был, я зада не принял. Доза готов? Сейчас, один был, пишу. Да. Все, готов, да? Даю таймер. Сейчас буду дальше его подвигать. Геру давайте. Да, давайте. За спиной за Женю зацепил. Пиздец, я понял, сорян. Думал, достаточно отвел. Там стенка мешает, да. Потом тебе БР дадим. Идем в квадратик снизу. Ждите, РДД готов. Все в крест, все в крест, все в крест. Приготовились. Побежали. Сдохли в дискорде, смотрите стрим. Как вы, блядь, умираете, блядь? Все, РДД ушли, и вы ушли. После этой метки буду босса отводить чуть-чуть по диагонали дальше. Дайте сами, пожалуйста, помогу. Кого не стыдали? Thank you.
Все, кто упали сейчас, открывайте Дискорд, смотрите стрим. Как бегать вам нужно? Вы должны так же бегать. Все, сбежали, все в крест. Все побежали в крест. Побежали. Все, все, ушли, РБД, ушли, 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 ушли. Чуть по диагонали подвигаю. Вот, ближе ко мне. Ближе ко мне. Отлично. Я думал, сейчас умрешь. БР или кого-то, не знаю. Да не надо тогда, блин. Да ты не сорвешь. Не сорву? Нет, впереди, впереди тебя сова и волк. Да ну, хули ему поездку кидает, ебать. Ребята, когда вы говорите дайте сальву по мне, это не, ну, клупа никому давать. Все, стопните его. Время трая, стопните его. Кресту стоим все, вы добейте его как. Или, то есть побежали, 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 побежали. За дело. Сука. Ну видишь, я ж тебе говорю, не сорвешь. Да. Блять, сука. У меня прям в конце зацепило метки. РДД на платформу забегала. Ну это прогресс, ебать, две перебежки я выжил. Учитывая, что 10 я упал. Я в конце вообще как-то по-моему. Сейчас не, не лутайте. Поздно. Ебать ты. На вовремя ты сказал. Там Овандей зашел, если что. Ох, тринька пиздатая. А чё там? Нахила. Так, ршамчики, элимы. Кидайте ролл. Чё-то я триньки не вижу, блин. Да вон, тринька СПДшная. Ваши заклинания направленного лечения могут наложить на цель эффект постепенного исцеления. Что-то сотню 4 шматки линканул, блядь. На поле пала, но Эршаму пиздато будет. Че, никому тринька не нужна? Вы че, ебанулись, ну? А погоди, я думаю. Че тут думать? Ну, уже можешь не думать, там уже, блядь. Там уже 97. Да. Ебать, вы, конечно, нахуй ебанулись, блядь. Че думали, нахуй, блядь, 10 секунд, блядь, ролить ее, не ролить, ну. Я охуею, блядь, топ-3 не нахила на данный момент. Я не толенько, но просто. Я что-то и заметил, лут не сходится, блядь, с твоим. Кстати, да. Лес, эти павши.
урона ДЦМ. Привыкните, пожалуйста, ролл шмотки, когда скидывается, 10 секунд у вас есть. Не тяните время. Вот вы пока долго вот так принимаете, вы тянете время. Шамы, элемы, шамы. Че, ванды не будем брать пока или че? Да у нас фу. Зачем? Ну я понял, но ДПС. Вот это рестора. Тюкимару закинь. Да-да-да. Господа, давайте это по трэшу активнее, пожалуйста. Да, ну не настолько активно рыбаться. Я только подошел уже сразу, надо. Элем, ну ладно. Не, он это, рестор. Не, он ршан. Ну все, вопросов нет. Я не с тобой еще схема. Лок, поставь шкаф. Я забыл, что ты перекинул. Все, вопросов нет. Ну, пока на мне бой не висит, я патику перекидываю обратно. Она тем более, понимаешь, эта шапка, там дырок нет. Ну, можете раз, например? Да, ну, кстати, Лакс либо должны убить и дать ДПС и выебить. Так, сяп. Я вообще, когда лут с Накса смотрел, там много вот этих голов, но другие спеки тоже без дырок. Ну, а смысл от них? Ты в мета-сокет поставишь. Это если ты пришел в каком-то зеленом шмоте. Бой, что-то не резвишься ты. Там бой же, почему не резвишься? Я дольше буду бежать, хотя за сумму нет. Я его резвую, короче, идите дальше. Да я уже сейчас это, я добегу, блядь. Бля, опять бой. Ну ладно, пускай бежит. Вообще, если так, знаешь, посмотреть со стороны, ваши три цепухи, если будут... Сколько каста? Цепухи. Ну одна цепуха, три цепухи, блядь, должно вообще поднять рейд, заебись. Ну в идеале все равно нам нужен нардру. Непонятно, сколько у реаниматора по времени будет. Ну 5 косарей, и он вернется, в принципе. А, ну, да нет, по сути, это не его была ошибка, это ошибка админов, которые не смогли, блядь, привести в порядок. Ну смотри, равно. Если у челика есть нардру хириал на 280-й персей, он вкинет 5 косарей и все. Есть кого побить, например, если платить нахуй, пошли просто. Если у тебя лоял, то 25-й, блядь. Здорово. Если ты вкинул уже 200, ебать, 5 косарей, с тебя хуйня. Короче, смотрите, по тактике здесь. У нас есть 3 танка, значит, смотри, Войд забирает с меня, когда у меня пол хп, Тагарева забираешь с Войда, когда у Войда пол хп. Теперь присты, гимны на хп по команде. Гимны на ману тоже только по команде. Без команды ничего не сдавать. А тут... Я релогнусь. Спокойствие работает только на пати. РДшников тактика какая? Ну, в куче стой. И сфера убивает себя. Спору. Мы же в одном месте будем стоять, да? Не отдельно? Да думаю, да, стойте, блядь, вдвоём, да. Я шейки-то тоже к нам перекинул. Сань, если скажу, спокойствие прожмёшь. Я, кстати, знаешь, кого сегодня видел на X2? Бриспера. Да я знаю, он там играет. Я ему привет передал. Я его сюда зазываю. Я его на X3 зазывал, потом сюда зазывал. Он меня все на X2 зазывает. Ну, там нечего делать. Если у тебя 280 плюс нету, и брелей хотя бы 6, там нечего делать. У нас 3 аршама, да? Угу. Ну, вальтуры мой. Разберите танки тоже по этим.
Три кидаешь орехи на Войда, Кимар, орехи на Тагариус. Паладин. Ромбик, который. Первый танк я буду. Второй Войд. Третий Тагариус. Я это Вальдору. Квадратик. Лакрим, короче, объясняю. Когда ночью открыли перенос, ты переносил перса, и можно было 10 раз его перенести. Некоторые умники дюпали голду, то есть если ты переносишь перса с 300к, у тебя 10 раз он переносится, у тебя 3 ляма голды. Остальные, кто по незнанию это делали, просто ну, думали, что это, блядь, типа у них зависло. Их приравнивали к этим челикам и все. И просто всем бан давай. Вот 10 персонажей, 3 ляма получается. По 300 тысяч, 10 персонажей, 3 ляма. Нет, тут лимит, 214 косарей. Ну, 214, ну, умножь на 10, ебать, 2 ляма, ебать, голды просто. Ладно, давай. А проще было просто удалить 9 да, персов, и у человека все равно осталось бы 200 тысяч. Ну, как бы у них логи все есть, ебать, транзакцию голды, ебать, они активны. Хавайте рыбу. Все, стопнули этот спут. Хаваем рыбу, пьем фласки, блядь. Аус, давай, у тебя ровно одна минута. Давай, полетел. Как придешь, мне в ПМ плюс или в РЧАТ плюс. Давайте начнем с того, что вы на данный момент играете на эти 4. Давайте мы будем говорить только об этом сроке. То есть вот на данный момент мы, блядь, в Наксе. На данный момент мы на лодке, блядь. Давайте об этом мы будем думать. Да не, он просто спросил, за что за баня. Так, сейчас я придумаю, блядь, куда мне еще одну кнопочку вынес. О, придумал. Короче, смотрите, значит, по возложению. Первое возложение будешь отдавать Арастрас, на того, на кого скажу. Окей. Второй бра. Бро. Третий пан, четвертый холипал. Возложение рук. Да-да-да. Первый Арастрас по команде на того, на кого я скажу. Второй бра на того, на кого скажу. Третий пан на того, на кого скажу. Ну, соответственно, я буду говорить там. Первое возложение в, блядь, допустим, в Алтору отдали. Второе возложение, значит, отдает бро. Третье возложение, значит, отдает пан. Понятно? Да, да, пан, ты третий. Миша тут? Все, yeah. Все готово. 219-я десятка, да. 232-я. Нет, почти 226-я. 226-й это 25-ка. И 232-й да. Это хардмод 25-ки Ульдуара. И 239-й солгал. Его пока не будет вводить. Не, да Ульду здесь еще, блядь, могут мини-гарты. Я не про хардмод, который 280, а про хардмод моды. Влад, давай, блядь. У них сейчас только обсуждение начнется. Не-не-не, все, я даю таймер уже. Они заебали. Да, все в миллизон, так. Дайте только, блядь, поставлю спокойно. Все, поставил, отлично, играем. Герунах, можно. Там все равно дебаф не все поймают на крит. Шипов. Танк бит. Тагариус забирай. А как он на меня переагрился обратно?
Вил. Да, просто это реванш ебанул и мощно дошел. Да, да. Фулл баф меня, пожалуйста. Каску, пристабаф, всю хуйню. Тагариус не таунти, блядь. Я забрал. Ты таунтишь только по команде. Вот ты видишь пол хп у Войда, значит таунтишь. Все, с тебя, по-моему, заберу другой танк. Забирай Войд. Блин. Тагариус... А, можешь не забирать пока. Войд танчики пока. Орехи держите. Забрал. Тагариус забрал. Ну, жди теперь, блядь, моего вот этого таунта. Все. Взял. Шеги, первая пати сова, эти сали, прочее. Кому салю? Шеги, первая пати сова, друид. Тебе не надо салю. Спасибо. Ну, я уже дебаг хочу. Батя сложила быстро, да? Прокидываемся. Шейк ит, дай по Тагариус. Да. Да. Выбирай вы. Гим на хп... Нет, пока не надо. Пока не надо. На следующий отдадим. На следующий будешь отдавать баллада. Гим на хп по команде. Надеюсь, Тагариус под фулбаками стоит. Все, забрал нас. Баллада, давай, гимнок. Давай, прямо сейчас. Вот пошел. Мне. Отлично. Да, так, баллада, сдай теперь гимноману. Кто темп поставил? Угу. Вот, забрал, отлично. Фул про хил рейда. На следующий отдает гимном хп доза по команде четко. Войд забрал. Давай гимном хп доза. Отлично. На следующий капуста гимна хп. Скажу. Ой, Таранос меня забрал. Это вообще Стагариус, значит, кто получился. Ты не отдавал уж? Все, по команде. Да я отвлекся на танков. Давай, Гим. Да, меня от спора уронили. Не вовремя от спора рванули, блядь. А больше БРов у нас нет, да? Да, нет. Ну, пробуйте. Так. Пан, на рейндж выходи по команде таунти. Тагариус, забери свой. Блять, Тагариус, хули ты спишь, на? Просто двоих уронил, блядь. Я тебе говорю, пол хп, смотри. Пол хп видишь, все, встал он там. Пан, забирай. Может, четвертого спекнуть танка? Да не нужен тут четвертый танк. Тут, блядь, ДПС нужен нормальный. И тут надо, блядь, таунтить вовремя надо. Все, что здесь надо. Давайте договоримся вот четко, блядь, по распределению по танкам. Четко, нахуй, чтобы больше такого не было. С меня на пол хп забирает Войд. Тагариус на пол хп у Войда с него забираешь.
Диван на кого-нибудь. Из Тагариуса забираю я на его пол хп. Чтоб вот эти таунты у нас, блядь, в КД тупую, блядь, не уходили. И еще, смотрите, танки. Если вот вас поменяли, с вас стаунтили, сразу делайте там 4-5 шагов назад. Чтобы если спору рванут, а у вас меньше, чем пол хп, чтобы вас от взрыва не ёбнул. Просто отходите назад чуть-чуть. Все, вас потом прохилят, вы вернетесь назад. А еще есть такая тема, не срывайте агрос, когда с вас забрали, старайтесь не тыкать что-нибудь там, а то агрос рвется, даунт в КД, и хер знает, что получится. Ну, я единственное, что, делаю постоянно, в любом случае, даже вот когда забираете, когда ты таунтишь, я сокрушение спамлю, чтобы поддерживать 5 стаков раскола. Но это я в любом случае буду прожимать. Я сейчас просто тупанул один раз. Я сокрушение, у меня реванш загорелся, я реванш тыкнул. Видать, реванш взорвал. Да, ну у меня реванш прокнул, реваншем ебанул на 8000. Или на 7000. И все, и походу переагрил так. Что-то загорелось, нужно ложать, да? Да. Ебать, я толстый, я не прохожу. А, вот, все, прошел. Сука, грибы ебучие, блядь. А грибы не такой эффект дают. А что за тактика, где РДД отдельно стоят? Типа хуйня полная? Да нет, тактика как бы нормальная, рабочая, но... Не знаю, я не приветствую ее. Мне проще, когда все в одной пачке стоят. Ну и сейчас мы из-за чего отдохнем. Сейчас уронили танков просто. Просто проебали танков. Сначала проебали меня, но там я тупанул, я вот сейчас сказал всем остальным танкам, что когда у вас лоу хп, с вас забрали, лучше отходить назад. Я назад не отошел, и взорвали спору прямо возле меня, и в итоге я просто от ауешки спору сдох. Потом Тагариус не перетаунтил босса с войда. В итоге лег Войд и лег второй по агру был Фича. Не видно. А БРов у нас сколько троидов? БРов у нас всего два, и на данный момент оба в КД еще. Сейчас СС ебанем еще. Да, сейчас еще СС раскидаем по танкам, только по танкам СС. Значит, рыбацыпа кидаешь на меня СС, Фича на Войда, а Black Dark на Тагариуса. Кто-то из локов, кто первее сюда дойдет, поставьте шкаф. Надо засмонить людей. Там это самое, Растрос и Бра. Вон, посмотрите, сколько пан похилил, помог хилам. На вот эти 3 секунды какую-то флешку кастуйте. Потому что когда заканчивается хил по рейду на 17 секунд, и у пол рейда в 3-4 пати по пол хп, это значит хуёво. Это значит шансы упасть, вот лок упал у нас. Каких-то тряпочников подхиливать, а флешка, это будет вообще заебись помощь. В принципе, 2 БР, 3 СС. Так, нормально. А ничего, что пан себя в основном захиливал? Так ты хоть говоришь, себя захилишь, хоть кого. Так проще хилам будет захилить. Цепуха, она смарт-хилка, если вы не знали. Это у кого меньше хп, под тем она и идет. Себя так, захилил, я... значит остальные захилятся. Можно еще раз сумануть? О, резнуть. Содим. Все, я малого вложил, больше отвлекаться не буду. А взрыв что там, тьма, да? Ну, мастера уже распределите, паладины. Так он и должен держать постоянно джагу. Власть, да? 50 он собирает. Вообще должен, когда не хилить, он должен руками бить босса. Ману резать. Что он джагу по-любому поддержит. Чё ты там спрашивал, Миш?
Я говорю, завтра десятка. Да, думаю, завтра сбегаем. Ну, только если можно пораньше. Прости. А, да, завтра мы не сбегаем. В понедельник, походу, сбегаем. Завтра меня не будет тоже до поздней ночи. Если что, в понедельник до 9 по МСК. Ну, желательно. А сколько там? 2 часа надо максимум. Ну, плюс-минус. Ну, блин, я не знаю. У меня, видишь, у меня сова моя приходит только к 9. Ршам мой в 8.20 приходит, так что хуй его знает. По ситуации посмотрим. Ладно, давайте фулбаф быстренько, все. Раз, раз, есть хлопобот? Да, да. Тыкни, пожалуйста. Сейчас. Спасибо. Пиздец, голда, блядь, уходит тупо на, только на ремонт, блядь. А, рецепт грозовой гряди, да, с этой хуйней выбивается, как и везде. Да, квест. Да, там, там, где выбивать рецепт на Дживса возле ульды, который... И там же карта выбивается. Баллада, смотри, постоянно считай в первую очередь танков. Во вторую очередь. Остальное весь рейд. Так вон у Лакрима есть, нахуй хламобот ставить. 500 голды, блять, этим хламоботом. Все, давайте РЧ. Тагариус. Что-то он АФК, что ли? Ну, он писал, он писал мне в ПМ. Что-то идет. Сейчас про Джагу ему надо сказать, чтобы он синий бил, не желтый. А какая разница, кто какой Джагой бьет? У хила больше от хилка идет. А. Так, Гариус. Сейчас зашевелится. Есть северный лотос, у кого прям сейчас в рейде одна штука. А, кому обмен, да? Кадыров обмен. Да, я выйду. Да, убери голду. Мне тебе похуй. Ну, Тагариусу дам банку. Тагариус. Тут нет. Ссылку покупал, да, этот лотос? Я? У меня травка есть. Типа, в шалазар летишься, фармишь. Че, часто попадается? Нет. Я на этом на улу летал, там два кустика растет, третий что-то не могу найти, где-то третий еще был. В шалазаре дохуя падает. Со спида. Надо полетать там. Ну там смерть. Смерть в смысле алики? Ну, в смысле ренегаты, альки. Не знаю, никого не трогаю, кроме тех, кто траву собирает. На руду еще жестче, там пиздец, там. По три челика в одном фрейме летает, понял, ебать, одну и ту же руду собирает. В одном фрейме, блядь, так-так. Вот и, блядь. Типа, просто летают все. Так, все, Тагариус тут? Отлично, даю таймер. Сак. Тагариус, не бей превосходие света. Бей синий джагой. Что такое джага? Правосудие. Это была шутка. Веру, не? Да, давайте, верю.
стоят. Ты Гарриус забираешь? Ой, ты ко мне отойди сюда, чтобы не получить урон. Все, подняли рейд. Тагариус я забрал с тебя. Вот, запирай. Ну, алло. Не знаю, я не бил в этот момент вообще. Вот Ариус сложил. Да я забрал. Фу, подняли танков быстрее. Отлично. Тагариус готовился, увы, до пол хп забираешь. Забираешь. Ебать, там сразу тычки полетели, нахуй. Ну зачем ты стаунтил сейчас, блядь? Забираю вот. Готовимся хилить. Прохилили. Так. На следующий по команде Балана. Давай, гимн читай. Отлично. Прохилили рейд. Тагариус готовься выбирать. Забрал. Войд назад ушел. Тагариус, таунти, блядь, с Войда. Все, Войд ушел. Не ушел. Вставай, Войд. СС был? Нет, не был. Блядь, Локи, нахуй. Вам говорилось, на кого СС кидать. Тагариус, забери с меня пока. Давайте бафы. Каску, 300 бафы. Прохилили рейд. Я забрал пока на себя. Фулл баф сдайте, блядь. Забирай. Будет. Доза давай гимн хп. Тагариус на тебе тоже СС не было? Он уже вставал. Хуясь. Можно как бы это развернуть? Войд, дай ему БР пока. И забирай. Войд. Угу. Ну ты отверни его, встань во мне, блядь. Да. Или ты там с рейдом стоишь? Войд, тебе нормально? А, что? Да, вот так вот, заебись. Спасибо. А, я в ту сторону, блядь. Я забрал. Приготовимся прохиливать. Прохиливаем. Не, на следующем. Держу пока. Хорошо. Шеки, ты спокойствие давай, давал сейчас, да? Баллада гимн на ману, кемар тотем на ману. Тагариус, забираешь босса. Я забрал. На следующий гимн, я скажу. На следующий надо будет гимн на хп. Пошел гимн на хп.
Да, это Гарри, спускали тебя, забирай. Камень есть, кстати. Вставай. Пока не забирай, это Гарри. Забирай. Прохильте сейчас рейд. Фу, прохил рейда, блядь. Пробуем дальше. Разойдитесь на рейндж, если вы видите, вы сейчас урон бутаете, блять. Вы стоите дальше, эти скоры хуярите своего хп, блять, разбиваете нахуй. Вот вы, блять, мозги, блять, включать даже не можете, нахуй. Стоите своего хп, блять, спора прилетает, одна, вторая, третья, вы хуярите дальше, блять, у вас по 5 косарей хп, ебанутые, нахуй. Или что, блять? Где реакция, блядь? Где мозги, нахуй, которые включаться должны? Ну, паладин... Стоп, не пойди, блядь. Помолчи. Паладины, видите, блядь, рейд стоит с лоу хп, нахуй. Возьмите, блядь, вот спора, вы видите, выходит откуда-то. Вы бежали, блядь, ей навстречу, стаунтили ее на себя, нахуй, хлопнули. Вы один умрете, рейд не умрет, блядь. Ребят, ну голову включайте, блядь. Головой думайте, нахуй. Чем вы можете, блядь, быть полезны для рейда? Паладин, блядь, ДК, он. У нас 4 ДК, 4, блядь, паладина, на. 3 паладина, ладно, холика не считаю. Просто головой, блядь, думать надо, ребят. Вы сразу не хуярьте по столько спор. Четыре процента, блядь, оставить, нахуй, пиздец. Выживали, блядь, как могли, нахуй, но не выжили. Он, в принципе, тему говорит, что рейды не ловить, спора. Я тогда другое место встану. Ну, давайте, встаньте в другое место, но сильно это не исправит ситуацию. Ну, это попросил будет проблемно. Ну, да, ну и ДПС меньше будет. Цепухи отдается через танков в любом случае, и там пошли дальше. Давайте так же попробуем, типа. Может лучше, прям уж все. Я просто на танка кидаю быстрину, и у него кидаю цепнуху. И цепнуха на 20% сильнее, и она пошла усиленно по рейду. Там у нас Виканя говорит, что мат и не хочет слушать, и последний трай здесь. Чё? Я говорю, Виканя, мат не хочет слушать и говорит, что последний трай. Да, мне без разницы. 3300. Ну, в принципе, пусть левает. Споры не ловятся, они разбиваются. Из этого у вас ДПС увеличивается.
кто вышел? Ну, века не вышел. А что такое? Почему они вышли из рейда раньше? Ну, я тебя слышу. Этот, я на твоем месте кикнул бы их сразу с гильдию. Это шаманы, векания, что ли? А, да лол. Тут и кикать не надо, как бы. Ну, просто люди маты не хотят слушать. Они, наверное, нежные какие-то, не знаю. Ну, может, дети рядом. Может, дети рядом. Денег на наушники нет. Дети рядом. Маты не хотят слушать. Да. Кажется, у вас правило есть насчет матов. Вот так, прочитай его вслух, пожалуйста. У кого роль есть, все могут прочитать в информации. Мат не под запретом, если в тему и умеренно. Но при просьбе сагильдейца должен быть изъят из диалога, либо в голосовом чате. У некоторых дети слушают. При невыполнении просьбы наказание в виде мута. Если ты не хочешь слушать какого-то человека, то даешь ему мут. Если этот человек мешает всему рейду, в данном случае, если вот, допустим, Рел рассказывает тактику, я начал говорить, да ты пидор, да ты пидорас, или ты пидорас, или вы все пидорасы, то такого человека наказывают мутом. Если ты не хочешь слушать Рела, даешь ему мут, ты все знаешь, все заебись, тактика у тебя охуенная. Дал мут и не слушаешь. Мат не под запретом, там написано, все по-русски. Может, Пугов возьмем? Просто... Просто вот смешно, понимаешь, ребята, тактики не алё, я, по-моему, никого сейчас не оскорблял, я спокойно просто объяснял, что делать. И в итоге, блядь, из-за того, что я употребляю маты в речи, ну а как можно не материться, Тагариус не летел, у нас Дживс есть. Как можно не материться, когда у босса осталось 4%? Ну, просто, если ребята... Вот я не знаю, каким образом они собираются закрывать этот контент. Но они, блядь... Они не закроют его никогда. Поспамь в ЛФГ 2 пуга. Хоть какой-то ДПС будет похуй. Ну, нам желательно бы еще одного хила. Хотя сейчас я посмотрю, как тут шаман хилил вообще. Любой 200-й пойдет. А, ну он меньше трига хилил, он за тот бой нахилил всего 285 тысяч. Там хан чуть больше танка дал, 3200. Да, я видел. Поставьте шкаф. На самом деле, ты Гариус. Слушай, Трик, а у тебя-то что, в чем проблема? У тебя-то где закрыл? У него хосты не хватает, мне кажется. Мне кажется, он вообще типа как Элим ходил. Да. Слушай, Содиум, а ты как даешь, вот когда вот эти 3 секунды появляются, цепуху начинаешь кастовать, а в конце цепухи... А, нет, короче, я даю в танка быстрину, и если ты кастуешь, если на ком-то висит быстрина, и ты, получается, когда кастуешь цепнуха увеличивается на 20%, и она начинает прыгать по остальным тоже с усиленным, вот. И из этого у танка сразу по фулу восстанавливаться, и пошла это, по 6 целям еще. Плюс у меня еще символ стоит на малую. У меня еще в танка малая успевает прилететь. Привет. И я начинаю кастовать, у меня получается 1.5 секунды дебаф остается, я начинаю уже прикаст. За 5 секунд я кидаю быстрину в танка. Ага, ну понятно. Вот как это вот так же, чтоб Трик делал. Ретро. Блин, ну... И рационала не хватает сейчас. Он на прошлом КД, блин, тут нормально отхилил. Этими ходами. Ну там ходы, да, они выручают, пиздец. Пока вы кастуете, его ходка уже хилит. Как там ники были? Кого таких? Кемар и Викани. Я просто в одончике. Они ушли сами.
Я просто их в аддон добавлю, они потом будут заходить, и у меня будет видно то, что они ливнулись в гильдии. Он когда будет заходить, меня будет орать аддон. То, что они в рейд, там ливер или так далее. А что за аддон такой? Ну, иррационал. Я не знаю, где он достал, он его переделал и поделился. Ну, вот этот реаниматор. Интересно. Без разницы, на каком. Это типа то же самое игнора, но просто человек будет заходить, а там, ну, типа Касперского поставлен звук такой, и будет сообщение для тебя лично, где он накосячил. А, помнишь, этот был танк Паладин на X3 у нас, который потом пришлось в рейды как-то выйти? Влад, помнишь? В рейды что? Ну, на X3. Танк-то был, как его... Пал, Сабнайт. Короче, когда был старт, он вообще не алё, был в ИК. Он вообще не знал тактик. И он у меня был добавлен как раз в этот аддон. А, Холли Пал пойдет еще или нет? Хотя у него есть 25. Да подошел бы второй Холли Пал, если есть. Ну да, на танках-то не держать, ну не через танков хилить. Плюс если в куче стоять, там по 10% символ тоже зайдет, и здесь будет. Сколько там радиус у символа? 10 метров, да? Или 10 или 15, я не помню уже.